Дорогие подписчики, ну вот время 5 утра. Сегодня я еду в Питер. Диня, какое сегодня число? Какое? 26 марта, 5 утра. Значит, на борту у нас коляска-вертикализатор Forest 3 и коляска-вертикализатор Ottobock Xena. Работаем с непростым случаем. Человек 15 лет не вставал. И сейчас у него, в общем, возникла хорошая и правильная жизненная позиция, да. В общем, не лежать, а двигаться и максимально работать со своим организмом. Единственное то, что у нас несколько полные ноги и везем две коляски, чтобы мы смогли выбрать наилучшую, та, которая лучше подойдет. Значит, две коляски, подъемник, миник. Ну и в принципе все. В общем, мы в пути. Спасибо, друзья, смотрим дальше. Едем мы в Питер. Дорогие друзья, ну вот мы в Санкт-Петербурге. Мы находимся в частном секторе. И вот мы приехали в дом, где наш клиент проживает. Я так понимаю, здесь вот они, две коляски. Сейчас мы их будем выгружать. И здесь само жилое помещение находится на втором этаже. И я так понимаю, вот здесь хозяин организовал вот такой вот глобальный пандус, на котором он поднимается и спускается тогда, когда ему это необходимо. Уважаемые дамы и господа, мы еще находимся в город Пушкин. Время, сюда мы приехали где-то 12:30. И вот только сейчас буквально закончили на работу. Мы находимся сейчас в квартире нашего клиента. И в итоге мы выбрали вот эту коляску Vermeiren Forest 3. Здесь оборудовано все для помощи. Это все сделано своими руками. Два пульта. Вот такая вот кровать с перевертышем на шарнирах. Сегодня мы у этой семейной пары. Здесь зеркала для контроля. Массажное кресло. Ну и вот он. Ксена мы попробовали, Ксена нам не подошла. Решили попробовать вот это. Значит, в данном случае Forest у нашего клиента очень полные ноги, и вот это вот крепление нам лучше всего подошло. Также высокий рост здесь мы смогли подрегулировать болтиками, сейчас их не видно. Мы прекрасно все это подрегулировали. И самое главное, что нас вдохновило, это возможность лежачего положения и постепенный переход в вертикальное положение. В общем, наши клиенты очень довольны.
приобретением. И мы скоро уезжаем в Москву. Спасибо, друзья, то, что вы с нами. Подписывайтесь на канал. Привезли мне ребята великолепную коляску производства Бельгия. Мерин Форест 3. Я ее полностью протестировал. 10 лет я не вставал вертикально на ноги. Здесь я постоял порядка там 4-5 минут. Почувствовал себя человеком. Ребята привезли ее без предоплаты. Разрешили ею пользоваться. И даже могут дать рассрочку. Сотрудничайте с этими ребятами. Все, вам здоровья. Кому нужна помощь, скоро стану на ноги. Будем путешествовать на своих ногах. Всего наилучшего, успехов. Спасибо. Спасибо, спасибо, Александр. Да, сегодня мы в Питере, это город Пушкин. Привезли вот такую замечательную коляску. В районе 2 часов мы работали с ней, подстраивали, вставали, ложились. В данном случае работали вот над этой платформой. Регулировали маленькие жесткие колеса для того, чтобы человек мог стоять в вертикальном положении правильно. Ну и удлиняли. Переставили джойстик слева, да, направо. Все очень удобно. Все хорошо. Ну, я поднял на уши всех. Очень приятно, что есть такие люди. Желаю им успехов. И очень хороший у них подход. Чувствуется, что не просто они хотят на инвалидах заработать деньги, а хотят искренне помочь. Да, это правильно. Это мы... Вот это наш девиз, да. Все, ребят, спасибо вам большое. Жду остальных средств реабилитации. Спасибо, Александр. Их еще много. Спасибо, Александр. С нами сегодня был сын Александра, Алексей. Мой коллега Денис. Вермайрон Форест 3. И Матвеев Александр. Спасибо, друзья. Подписывайтесь. Всего еще хорошего. Еще был у нас Ксена. А, да. Уга Бокс. Ксена Отто Бок. Отто Бок. Бок, да? Да. В который я не влез. Ну, это был эксперимент. Да. И... Ну, это тоже, ребята, очень приятно, когда тебе домой привозят две коляски. А не то, что говорят: видел на сайте, плати бабки предоплату, тебе придет контейнер. И как обратно? А обратно свободен. Поэтому еще, в общем, ребята, молодцы. Замечаний к их работе нету. От души. Спасибо вам большое, будем дальше сотрудничать. Спасибо, Александр, всего хорошего. До свидания. А вы, друзья, подписывайтесь на канал и делайте заказы. Всего хорошего.